В рамках празднования Дня России в Ленинском округе был проведен патриотический автопробег, в котором приняли участие несколько десятков автомобилей. Это уже не первое подобное мероприятие в этом году, приуроченное к праздничным датам. Мы совместно с партией «Единая Россия» проводим уже, скажем так, традиционный автопробег. Участники, вы видите, это у нас наши члены партии, депутаты городского округа, просто молодежь, жители, сотрудники наших предприятий. Перед стартом автопробега участники поздравляли друг друга с праздником, фотографировались и делились отличным настроением. Хочется сегодня всем пожелать, прежде всего, быть едиными в своих стремлениях сделать нашу Россию великой. С праздником! Я патриот своей Родины, потому что я люблю свою Родину, потому что я хочу быть вместе со своими жителями, со своими земляками, со своим народом, вместе отметить этот праздник. Конечно, очень хочется, чтобы наша Родина, Россия, процветала, была сильной, богатой, успешной. Такие мероприятия необходимы для развития духа патриотизма. Это очень важно для нашей молодежи. Собравшись вместе, все чувствовали величие и гордость за свою страну. Лишь объединив усилия, выполняя задачи каждой на своем месте, можно достичь силы и процветания своей Родины. Мне вот очень нравится за то, что в последнее время в нашей стране все-таки идет, как сказать, национализация с точки зрения патриотизма нашего российского государства. Вот идея флага, гимны. В этот день мы должны объединяться семьями, друзьями, жителями. И вот то, что мы сегодня совершим все вместе этот автопробег, это вот и показывает наше вот это единство. Праздником будьте все вместе, любите, цените друг друга. И всегда вперед! Автопробег стартовал на стадионе «Металлург». Колонна проследовала по улице Школьная в сторону Расторгуева. По пути движения автомобили, украшенные государственными флагами и патриотической символикой, приветствовали жители города. Участники автопробега доехали до монумента павшим воинам в годы Великой Отечественной войны, откуда вернулись на место сбора через проспект Ленинского комсомола. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Ольга Садовская, «Видное ТВ».